Здравствуйте, в эфире ТНТ Поиск, это новости вторника и коротко о главных темах выпуска. Современное и доскональное обследование в одном месте. В Клину будет клинико-диагностический центр. И сюда будут направлять наиболее сложных больных, требующих уточнения диагноза и дообследования. Непокоренные клинчане получили памятные юбилейные медали. Нас гнали фашисты малых детей, и взрослых, и старых в лагерь смертей. И шла вся колонна по пояс снегу в 42-м суровом году. Не пришли к врачу, попали в черный список. Детская поликлиника будет отслеживать недобросовестных родителей. Чтобы пришедший позже вас, который нуждается действительно в осмотре специалиста, смог спокойно записаться. Не платите за квартиру, они придут. Заберут имущество, отключат горячую воду или закроют выезд за границу. Если в трехдневный срок они не оплатят хотя бы ежемесячный платеж, плюс штрафные санкции.